Что не вопрос, то больной. Их депутаты составили заранее, поэтому оправдать оптимизацию министра здравоохранения Ирина Долгова попыталась еще в докладе. По ее словам, 73% пациентов края лечат не в первичных пунктах, а в ЦРБ, а еще чаще в Барнауле. В более крупной клинике везут из-за недостаточной квалификации врачей в селах. Не хватает опытных кадров, а еще денег даже на плановые расходы, например, ночные смены. Дополнительные средства на поддержание крупных центральных районных больниц могут быть высвобождены только за счет их перераспределения из неэффективно работающих малых больниц. Но в доходность сельских больниц верят не все. Система здравоохранения – это не коммерческая структура, и больницы, тем более районные. И оценивать их эффективность работы с точки зрения коммерческой прибыли, самоокупаемость, я считаю, это вообще принципы варварства, это здоровье нации. В основе предложения министра – опыт укрупнения поликлиник Барнаула. Что, по ее словам, на качестве работы не отразилось, а медики остались в плюсе. Выросли ставки, необходимость совмещать отпала. Эту практику Крайздрав решил распространить на всех врачей края. Теперь им предлагают работать только по специальности. Как это отразится на зарплате, интересуется депутат Ирина Солнцева. Что мы ограничиваем выплату стимулирующих выплат исключительно тем категориям, которые работают на совмещении. Мы с вами стимулируем как бы не основную деятельность, а именно совмещение, за которое нас сегодня и ругают. Депутаты просили разъяснить все, от логики объединения районных больниц до того, кто будет оплачивать проезд в отдаленные пункты. Звучали и адресные вопросы, например, поступление в Бийский онкоцентр нового оборудования. Депутат Андрей Абрамов передал жалобу врачей из больницы Бийска. В городе не хватает реанимобилей. В ЦДБ у нас один автомобиль, он практически каждый день выполняет поездки по его столицу. А нейродрама, кардиология, оказывается, у нас без спецавто. Депутат спросил про нехватку оборудования, в частности, рентгенаппаратов и томографов для центральной городской больницы. Министр обещала, что скоро они поступят в краевое учреждение. А в Рубцовском сосудистом центре недостаточно аппаратов МРТ, поэтому людей отправляют в Барнаул. Средства на лечение этого больного потом уходят в учреждение города Барнаула. Когда перекос-оптимизации приводит к тому, что барнаульские учреждения развиваются, большинство проблем, озвученных депутатами, так или иначе сводились к одной причине – недостаток финансирования. Ирина Долгова пояснила, все дело в том, что на Алтае общий уровень заболеваемости выше, чем в целом по России, поэтому и денег на лечение уходит больше. Отвечая на народную критику, Ирина Долгова посоветовала депутатам вникнуть в проблемы сферы и отстоять в бюджете следующего года больше денег на здравоохранение. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «Наши новости».